Популярность Витаса достигла рекордных отметок за границей. Вы же наверняка помните этого артиста с космическим голосом, переехавшего жить в Китай. Так вот, там его официальный фан-клуб составляет 200 миллионов человек. 50 миллионов считают себя фанатами Витаса в Бразилии и более 20 миллионов в Мексике. Но и это еще не все. Сегодня в музеях КНР была установлена восковая фигура Витаса. А скоро она появится в Корее, Индонезии и на Филиппинах. Вот такого поворота мы точно не ожидали. После десятка тысяч мемов, облетевших интернет, у Витаса запланировано более 30 концертов в Мексике, Бразилии и США.